чтобы порадовать вот этого скучающего мужчину, решила пригласить его на сафари. И вот не знаю, обрадуется он этому или нет, потому что он явно не сафари ждет. Ну, попробуем порадовать мужичка. Пока наполовину коробок отжала, чтобы их реально было легче ловить. Так что сходи к ним, сходи. Ну да, они женщины. Ну что теперь? Женщины еще долго ждать. Что, не впечатлили они тебя, я поняла. Скажи, что-то ты мне не то хозяйка предлагаешь. Я ждал совсем другого. Я хочу женщину, скажи, ты мне тараканами, блин. Скажи, такое горе тараканами не заешь, это точно. Говорит, выпустите меня отсюда. Да, сафари его не радует. Тем более он еще на взвешивании девок нанюхался. Девки-то сначала взвешивались. Обоняние у них отличное. Они молекулы запаха язычком собирают. Так что, походу, он сильно расстроен и охотиться даже не собирается. Ну, ты подумай все-таки, ну вдруг. Женщины все равно еще не светят. Я тебе уже 100 раз говорила, зря ты так настроился на секс, а до секса еще далеко. Что, ты готов по головам тараканов идти к своим возлюбленным женам? Да-да-да. Ну, конечно, я тебя поняла. Ну, давай ты еще минутку подумаешь, и я тебя спасу от нашествия этих монстров. Я поняла. Расстроился, дальше некуда. Не, говорит, не впечатляет. Но я, в принципе, он успокоится от запаха девок, и я еще вечером, завтра, ну, точнее, ночью, у меня-то вечер начинается после полуночи, поэтому завтра после полуночи попробую еще ему предложить тараканам уже в обычной форме кормления, без похода в гости на сафари, ну, без предварительного обнюхивания запаха с девками связанного. То есть он может до завтра как бы успокоиться и все-таки покушает. Ну, а пока залазь, поехали, давай. Все. Говорит, не хочу я это дело, везите меня домой. Да, не впечатлен я, не впечатлен. А желательно скажи к женщинам. Давай, таксист, рули куда надо. Угу. Смотрит нас давно, тот в курсе, что да, шикарный мужчина, ухаживает, терпеливый, трындюлей отгребает, но надежды не теряет каждый сезон спаривания. Так что ждет, ждет, говорит, я все равно дождусь, я в это верю. Наступит сезон спаривания обязательно. Да, надо верить и мечтать. Куда деваться?